Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы сказать о довольно-таки недорогих силиконовых приманках от компании Yaman. Моделька у нас называется Mermaid Tail. Данные силиконовые приманки имеют длину 12,7 см. В данном случае расцветка 26 виолет. Поставляются упаковки по 5 штук. Упаковка выглядит таким вот образом. Внутри упаковки приманки у нас находится в таком вот пластиковом корытце. Сама силиконовая приманка изготовлена в виде твистера, как можно видеть. Тело имитирует у нас, соответственно, рыбку. Имеется головная часть, детализация в виде ротовой полости, детализация в виде глаза, жаберной крышки, насечки такие, имитирующие чешую. Причем довольно-таки мясистое тело у самой рыбки. Верхняя часть имеет более такую плоскую поверхность. Нижняя часть слегка скруглена, но тоже довольно-таки плоская поверхность присутствует. Далее идет у нас хвостовая часть, изготовлена в виде твистерного хвоста. Причем довольно-таки широкий хвост у нас получается. Вот тело имеется небольшое такое сужение, и дальше расширяется твистерный хвост и постепенно сужается к концу. С одной стороны хвоста имеется отлив в виде названия бренда Yaman. По эластичности твистер очень эластичный. Оснащение здесь для данной силиконовой приманки подойдет джиголовка жестко впаянным в нее крючком. Двойной крючок также вполне сюда подойдет, одинарный крючок. Ну и при определенном желании можно установить сюда и офсетный крючок. Силикон у нас несъедобный, в меру плотный. Отлично данная силиконовая приманка покажет себя и на некоторых поводковых оснастках. Подойдет она, как правило, в большей степени для ловли щуки. Ну и в прилове может попадаться довольно-таки крупный другой вид хищника. Но также можно применять, конечно, и по судаку данный твистер. Отличное качество изготовления. Силикон у нас несъедобный, но это в плюс в плане живучести приманочки. По цветовым решениям довольно-таки интересный цвет в данном случае, как можно видеть. Данные силиконовые приманочки можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео оставлю промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.